бой этого мира! На смерть! На смерть! На смерть! На смерть! Смерть! Всем привет, ребята, с вами Братуха. Братуха сегодня вещает в четверг, 26 апреля, облачно, 12 градусов тепла. Что я вам хочу, ребят, показать и хочу с вами вместе обсудить, это то, что все вы помните, то есть изменения в обновлении нас, грубо говоря, обманули. Так вот, ребята, я хочу обсудить именно вот этот обман или доработки, что это было. Что-то прочухали, понюхали, поняли, что что-то как-то щедро надо втюхать фуфло. Разработчики, я не знаю, что произошло, вернее, я вижу, что произошло, я не знаю, по какой причине это было. Так вот, все вы помните, что Warobots Anons 3.8 обновление, опять ремонт капитальный с братуха, был выпущен неделю назад, набрал 6600 просмотров, и обновление 3.8 все обновят анонс, ребята, и вот он видеоролик, я его уже поставил на паузу, вот он видеоролик, давайте сделаем потише, чисто уберем звук. Как вы видите, это взято у меня с официального сайта. И здесь мы видим на картинке, ну, давайте чуть-чуть назад перемотаем, кто не в курсе. Вот, пожалуйста, официальный сайт Warobots, я что-то там говорю, обсуждаю. Потом мы возвращаемся, короче, к этой картинке. Вот, ребята, к этой картинке, назад. Вот она, ребята, эта картинка. На картинке мы прекрасно видим, что здесь на золотых сундуках у нас, ну, золото, ключи и очки, токены, да, токены, ключи и золото. В серебряном, вернее, да, в серебряном сундуке золото, ключи, опять же, но токены и оружие послабее, то есть роботы послабее, оружие подешевле, в общем, все подешевле. Ну, а в серебряном сундуке там вообще старые ангары, старые роботы, старое вооружение и также токены, ключи, серебро и голда. Так вот, это было, ребята, на видосе неделю назад, я снимал, и это как бы скриншот, вернее, даже картинка на официальной странице сайта. Давайте по стечению обстоятельств я зашел и на страницу официального сайта Warobots нет. К моему изумлению, она была, походу, изменена. Потому что сразу возвращаясь к... вернее, сразу перейдем к картинке. Мы с вами видим, что картинка поменялась. Картинка поменялась, теперь все выглядит вверху так же, но внизу, ребят, выглядит все по-другому. Давайте с бронзовым сундуком. С бронзовым сундуком ничего не изменилось. Также золото, серебро, ключи и токены. Здесь, ребята, у нас в серебряном сундуке голда, серебро, ключи и токены. То есть в этом случае нам добавили серебро за золотой, за серебряный сундук, который открывается за 100. В золотом сундуке, ребята, золото, серебро и токены. То есть ключи уже не дают и дают серебро. Ценные призы, ребята, там золото и токены. Токенов пока я не вижу. Ребята крутят супер игру сейчас, очень жалуются, пишут там неимоверное количество скриншотов, присылают, что так и так, призы слабые, токенов нет, ясен пень, дает или золото, или серебро. То есть, вернее, серебро в основном дает. 2 миллиона серебра за 1000 ключей, ребята, это как вы считаете? Обалденно, да? Также, ребятухи, маркеры рояля, где ж, что ж такое, что тут бронзовые сундуки сотрудничают на основном оборудовании, старики, вот, да, грифы, лево. Серебро приносит вам предметы среднего и высокого уровня, а золото и суперкар. Почти исключительно о последних и самых горячих вещах и так далее. Ключи можно найти только в бронзовых и серебряных сундуках. Даже текст поменяли, ясен пень. Как говорится, интересно, да? Больше ключей из всех источников. Подробнее смотрите ниже. Ну, а про золотой сундук тут ничего как бы не сказано. Суть-то в том, что, ребята, супер игру, то есть, вернее, не про золотой сундук, а про супер игру. Супер игра, ребята, она изменилась, и там дают теперь по 2000, по 5000 пушки, робота. Ладно, робота, но пушка не нужная, например, кому-то баллиста выпадает 5000 деталей. 5, а не 15. Как раньше, 15 тысяч вортекса, 15 тысяч баллиста, это была баллиста там. Всякое. Представляете, что это случилось вообще? Как это? Такие вот, вот как... Я, ну, не знаю, что могло случиться, чтобы так разработчики кардинально поменяли этот золотой и серебряный сундук. В серебряный сундук вонзили серебро, в золотом серебро вонзили и убрали ключи. Ну ладно, ключи хрен с ним. Но все равно ключи помогали еще раз прокрутить и приблизиться к суперигре. Я думаю, вот это вот, именно вот это, на ютубе, который у меня, вот анонс. Да, вот эта картинка, она больше впечатляет. Я таки думаю, да? Тут даже это на превью у меня было. А теперь на превью надо делать другую фотографию. Вот сейчас видос выпущу. Фотографии. Все поменялось. Обновление 3.8 анонс.
мы планируем, бах, все теперь заново. Что, опять же, непонятно, хотя бы, не знаю, какую-то новую статью сделали. Статья, вот как вы видите, она написана Товсла 17.04.2018. Если сказать, что Товсла ошиблась, если сказать, что человек, который писал эту статью и ошибся, и заранее нас дезинформировал, ну, Товсла тогда должен понести свою, как говорится, казнь, испытать свою, ну, может, неделю без сладкого должен сидеть Товсла. А если Товсла действительно, то есть картинка, то вот эту картинку монтажер это делает, понимаете, что не просто так напихал туда и все, готово. И что они там ее переделали, на сайт перезалили, тыры-пыры. Вот такие пирогиры. Обалденно! Знаете, за 1000 ключей крутить уже нет желания абсолютно. Мне 1 000 000 серебра нахрен не нужен. Такие, за 1000 ключей 1 000 000 серебра или 2 000 000 серебра, представьте. Молодцы. И детали, соответственно, Хаечи и спектра. Тут уже, как говорится, рискуешь. Или серебро, или детали спектра. Ребят, я вас умоляю. У меня 5000 серебра. Ой, 5000 ключей. 5 раз я кручу, верчу этот золотой сундук. 5 раз мне выпадает там 200 голды, например, и, к примеру, там 2000 ключей Гаста. Потому что я видел скриншот, где парень прислал золотой сундук 2000 ключей Гаста. Как щедро. За 1000 ключей. Обалдеть! Я просто в шоке, блин. Честно говоря, блин, вот эта 4-летняя воробоц, она вот с таким вот, блин, с жопой вышла. Серьезно, печально просто. У меня сердце кровью обливается от такого обмана, дезинформации, обнадеживались. Там 6 тысяч человек посмотрело видеоролик, и сейчас они мне пишут: братуха, ты нас обманул, ты ушлепок, говнище, чтоб ты сдох. Я за 1000 крутил, а мне серебро выпадает. Ребят, это подстава, подстава меня. Я не знаю, кто еще снимал видеоролик про анонс, но в данном случае это меня подставили, ребят. Я не виноват. Я действительно читал сайт поменялся, понимаете? Даже число не поменялось, не написано, что сайт редактировался какого-то числа. Просто 17 числа вышла статья, все. Докажи обратное, что так было. Вот доказываю на видеоролике. Кто не знает, может посмотреть видеоролик, братухи. Ну, жесть. Видеоролик называется «Анонс 3.8. Обновление. Воробоц у братухи». Вот тут реклама, господи боже ты мой. Ну ладно. В общем, наставляю рекламу, да, везде, бедняжки мои, смотрите рекламу, бедненькие. Ну вообще реклама, она везде есть. Вот так, ребят, вот пишите в комментариях. Кстати, спасибо вам большое, ребят, что под прошлыми видосами обновление, где там вышло и режим, вас просто прорвало, у вас какой-то понос пошел. Там столько комментариев наклепали, 300-200 комментариев, это вообще жесть. Я сегодня весь вечер буду перечитывать, еще сейчас этот видеоролик выпущу. Это жуть полнейшая. Кстати, голосуйте там в комментариях, за сколько мне крутить сундуки. Вот сейчас с этой нынешней информацией за 100, за 1000 или за 10. Я знаю, что за 10, ребята, очень много выпадает голды, я даже сам прокрутил 200 раз 200 ключей по 10, и действительно выпадает огромное количество голды. Просто практически каждый раз голда выпадает, там нет серебра, ну, конечно, выпадает чуть-чуть, но голда постоянно. То есть мои 5000 ключей можно, в принципе, поменять, если 10 ключей, 5-8 голды выпадает, то где-то в среднем можно 5000 ключей поменять на 4000 голды. Ну, стоит ли это того? Сидеть крутить по 10. Вот такие вот, ребят. Я думаю, по 100 стоит крутить. А вы как там? Решайте сами. Также хочу новость такая. Хочу сказать, что ОБС я настроил. Там будет высвечиваться на стриме. Через компьютер будет высвечиваться окошко с донатами, которые люди мне прислали. Максимальный донат через сайт этот Donat Alert. Там вот ссылка такая была. Люди присылали свои эти сообщения. Вот будет список людей, чтобы все знали, кто донатил на Donat Alert. На карточке, конечно, это нельзя сделать, но вот на Donat Alert можно. Также ссылка будет в описании под стримом, где вы можете задонатить любую сумму денег там. Вот 100 рублей, потому что за 10 рублей там спам может быть, просто спамить могут вообще жесть. Что там про спамить оповещения? Дело в том, что каждый ваш комментарий, который вы будете проплачивать, будет девушка или мужчина озвучивать в прямом эфире, так что можете и кланы свои рекламировать, да и вообще. Это я так, на будущее говорю. Ну что ж, ребят, как говорится, донат на кресло, донат на мониторы, акустику, в общем, на все подряд, что надо еще для работы. Ну просто так, хрен знает. Ладно, ребята, в общем, уже понятно, что ничего хорошего не жди, но так обманывать это вообще. Голда, серебро, токены. Ужас какой-то, просто ужас. Почему токенов до сих пор не выпадает? Народ по суперигре крутанул, токенов нет. Может, выиграл бы пару тысяч токенов, да пошел бы, действительно, спектра бы пооткрывал бы нахрен, там и выиграл бы спектра себе в рояле, в этом, в рояле, ёпсель.
Ну, чё мне токенов-то? Люди, бля, люди теряют... Кстати, ещё хочу сказать, ребята, I'm sorry. В этом, ребята, ключе сейчас вы можете запомнить время и нажать на паузу и пойти поделиться этим видеороликом, чтобы для разработчиков дошло. Можете ещё взять ссылку, сбросить разработчикам. Я хочу обратиться к разработчикам с таким вопросом. Мне написали люди, что копили очки влияния на американскую ветку роботов Джесси Догбуч. Дело в том, что один парень даже накопил 11 тысяч очков влияния. Ему не хватало 3 тысячи очков влияния, чтобы купить Буча. Очки влияния пропали, Буча он не купил, 5 тысяч голды у него на Буча нет. То, что парень там полгода или год потратил на то, чтобы собрать 11 тысяч влияния, потратил зря. Так вот вопрос, дорогие наши разработчики. Возможно ли такая ситуация, пока у вас логи не удалились, людям, которые имели какое-то количество влияния, перевести это все в голду? Вот у него 11 тысяч есть очков влияния, вот в 11 тысяч голды можно это перевести? Или 1 к 2, например. 11 тысяч превращается в 5 тысяч. То есть он может запросто пойти купить Буча. То есть ребенок копил, мужчина копил. Вопрос, возможно ли у вас, да, вот... Как это, блин, слово-то называется? Компенсация за очки влияния тем людям, которые действительно потерпели неудобства. Передайте, ребята, этот вопрос разработчикам вместе с этим видеороликом и укажите минуту, чтобы они меня не смотрели целый видеоролик, чтобы посмотрели именно с этой минуты, где я эти вопросы задаю про очки влияния. Потому что мне людей жалко, которые мне пишут. И действительно жалко того парня, который 11 тысяч потерял. Просто жесть. Да. Да, действительно, мне даже плакать хочется. Пацан так ругался. Он сказал, что мог купить Джесси, мог купить Дока, если бы знал, что очки влияния пропадут. Ну что ж, ребята, давайте помогать друг другу. Разработчикам я желаю быть людьми и относиться к нам, игрокам, по-людски. Неважно, кто донатит, не донатит. Все мы люди, все мы ваши игроки. Мы играем в вашу игру, в любимую игру. Так что, ребятухи там, разравы. Будьте человечны, не принимайте один сплошной негатив. Я понимаю, что негатива вы читаете просто до хера, да и от меня негатива много, конечно. Но этот негатив, скорее всего, он не идет как бы оскорбительный такой негатив от людей, от меня, а больше всего в нравоучение идет. То есть сделайте выводы, работайте над ошибками. Ну, а как бы то, что мы постоянно кнутом махаем, ну, извиняйте, о чем мы там? Слишком, как говорится, много вы нас кормите багами, шлягами, дрягами, дисбалансом, соответственно, пряники... игроки вам кидать не хотят. Получается пока только негатив. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, вы там хороший зарплат получаете, чтобы все это терпеть. Ну что ж, ребята, я заканчиваю. Вроде все сказал. Вроде все, да. Да, все, вспомните, про что я говорил, пишите комментарии. Каждый комментарий я читаю. Просто не на каждый я отвечаю. Ибо уже на каждый отвечать у меня просто нет сил и времени. Вчера вы наклепали 500 комментариев. Куда это мне? Что, на каждый ответить? Ночь уйдет. Ладно, все, ребят, давайте, останавливаем запись. Всем спасибо, увидимся скоро. Пока-пока.